Вот как выглядит дом Павла, где Никита теперь. Вот. Телеги тут мы наставили, хотели музей под открытым небом. Грабли такие, вот колеса, как все развалилось, с чего начиналась родина. Ну, это как Бородинское сражение. Вот такое дело. Вот идет Ангелина с ребятишками, первая идет в Орлаам. Тут ничего не видать, наверное. В Орлаам идет, а это Назарий. Добрый день, добрый день, добрые люди. Вот видишь, что? Три лестницы сделали, оказалось мало. Шиперина какая-то вылезла. И вот сейчас ребята опять на крыше. Вчера они не смогли сделать, я не дал. Испугался за них. Сейчас лестницу сделали. Эта лестница у нас получается уже четвертая здесь, потому что в пещере несколько труб. Он как Володя. Никита, как сделали угол правильный? Один вверх, другой. Держит хорошо? Держит, держит. Ну, видишь, куда залезли-то? Это в Орлаам. Господь благословил. Ангелина чадо. Вот. А отец у них, племянник мой, Алексей Устинов. Лучше нету того света. Вот он какой этот. Бесхвостый пришел. Как за собачка ходит за нами везде. Видишь, видишь какой. С нашими пришел, поиграл с маленьким. Зайдите, сейчас я вызову своего. Так он большой по сравнению с нашим-то. Наша совсем махонькая. Он может ее покорябать. Видишь как? Тут надо весной насадить. Вон там идут люди. Кто там идет? По-моему, Анфиса идет. Да, вроде да. И Андрей, Андрей, да? Исаак. Их отец. Исааки. Коров гонит. Видите, как в деревне все. А Андрей, это мой племянник, Валентинин сын. Степа. С Алексеев брат. Все родственники. Я сейчас не вижу, оттуда кто гонит, где. Где-то я глазами-то вижу, что коровы, но я на экране почти ничего не вижу. О, Степа гонит. Ну, в Орлаам выскочил на дорогу. Ему интересно. Руки расставил. Вот. Ты зачем гонишь их? Куда ты их прешь? У нее вымя полное прет. Ну-ка отстань от них. Отстань. Потихоньку гони. Вымя туда-сюда. Корова половина молока не отдаст. Шпарит, как будто бы на стадионе. Сколько раз говорил, домой надо потихоньку гнать. Разговаривай с ней ласково, она молоко отдаст тебе. Они не понимают. Он этот, Никита загонял у него палка железная. Угу. Ну, алюминиевая, лыжная-то, и бьет скотину. За хвост хватается и едет. Ну что, драть надо его, русского мужика. Как Федор Карамазов говорил. А так не понимают, чего делать. Вот уже дело идет к вечеру. 6. Солнышко. Пошли, все, пошел сегодня Любу поблагодарить. Она арбуза нам давала, она мне еще два прикатила. А у вас помидоры-то есть? Да откуда они? Нету. Сейчас пришел, на руле висит сумка с помидорами. Так, говорит, можно жить, да? Да, в деревне хорошо. Вот. Самого не выросло, помог кто-нибудь. Ну еще Назарий. Делился. Холодно скоро будет. Вон они аж хлопцы стоят. Шиферина выскочила. Прибивай ее внизу-то, а вверху уже нет, не прибить, только выдернуть гвоздь. Вчера я не разрешил. Уже вечер был, и лестница была слишком коротка. А сегодня вот эту сделали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. На пять ступенек. Он свободно к ней подошел. Можно было длиннее, но у нас просто нет материала. Боялся. Варлам, ты зачем бросаешь туда? Варлам! Ты со
сам потом доставать оттуда будешь. Не бросай. Он пошел смотреть, проверять. Хозяин. Иди сюда. Уж 2 года бы в своем доме жили, так как бы не эта беда. Русский человек ничего не думает, что делает. Вот они, видишь, сползла. Валам, пойдем домой. Это вот они, считай, на 2-м этаже еще чердак. Я не знаю, сколько тут метров. А этот котик там у них, это он тоже какая-то особая порода. Бесхвостая. А у меня хвостатые. Как едят, трубою хвосты. Видишь, какой серенький. Белый еще до чего. Вот. А наблюдать, как долго они будут делать. Меня всегда удивляет это, вот как люди до нас жили. Я об этом детям говорю. Ты еще не родился, а тебя уже ждали, что что-то изобретать будешь. Придумали стекло, а то на бычьиные пузыри натягивали. Угу. Ну, маленько просвечивает, и он как-то растягивается. Стекло бьется. Вот никак не могли сделать, чтобы оно не билось. Сейчас как-то научились сделать. Дерево, пила, топор, шифер, печь. Сегодня затопили. Вот около них там голландка и русская. Сегодня затопили. Плиты не привезли, поэтому я не поставил, а уже уезжаем. Вот оно как. Давайте с Богом пошли мы. Как она могла выскочить, непонятно. Смотри, как Назаре, так сказать, Варламу интересно тут. Он как. Ничего не получится качаться-то. Ой, к нему котик прибежал их. Ой. Тоже охота покачаться. Упадешь, смотри. Ну тут понятно, что шифер не дает доска, которая вверху. Оторвать ее трудно там как-то. Видимо, Павел зажал жестью ее. И они сейчас не знают, что делать, как сделать. Мы пошли. Я туда не полезу. Отлазил свое. Вот пошли домой, и за ними котик. За колесом сидит. Как рысь. Родился без хвоста и такой же. Вывели такую породу. Но это не голые. А то я без шерсти. Смотреть страшно.
не знают, что делать. Господи, благослови их. Не протягиваются. Никита там ни на чем висит, там лестницы нету. Лететь очень далеко. Держится за счет того, что шифер держит. Кто кого держит? Умудри, Господи. Советы давать это бесполезно. Я не вижу, что там делается. Маленько, видно, закрепили. Видите, как с перегибом крыша. Старая сгнившая лестница. Еще от нее не осталось. А нам осталось тут только четверг завтра. Уже в пятницу уезжаем. Один день. Поэтому все успеваем, торопимся. Ну, здесь все, кто не посмотрит, все говорят, как много сделали. Мы все убрали. А там в огороде это очень, очень трудно было продраться. Брат приезжал, Михаил Кальмал из Семиртау, хорошо помог. А никого больше нету. Вот двое. Ну, я тут с ними сбоку. Все, пока. Отойду с Богом.